девочки. Я еще, короче, не была, не дошла в этот аэропорт. За результатами анализов. Мало. Но решила записать сейчас ролик. Я такая довольная до мозга костей, хочу вам сообщить. Очень хорошую новость. И я устроилась на работу в город. Короче, дело к ночи. Нашла я, короче, контору такую в интернете. На той неделе звонила, предложила свою кандидатуру. Мне сказали подойти в понедельник. Я пришла сейчас, написала заявление, дождалась директора, чтобы пройти собеседование. Такой зашел мужчина, симпатичный, важный. Ну, тоже мужчина, наверное, моих годов такой. Улыбается, все, позитивчик. И спрашивает меня, у вас, говорит, есть, ну, если разговаривать, у вас, говорит, есть опыт работы? Я говорю, нету. А зачем, говорю, опыт? Говорю, что вы думаете, я не смогу, говорю, убирать снег? Но работа же тяжелая. Я знаю, что работа тяжелая. Поэтому я говорю, я устраиваю, что работа. Мне, говорю, нужна движуха. Мне, говорю, нужна движуха. Подождите-ка. Это все ладно. Я думала, потеряла кожаную перчатку. А я ее положила в карман глубоко. Карман, вот, пальто глубокий. Я говорю, мне нужна движуха. Ну, спросил, где вы работали, все такое. Я все объяснила. Придется, короче, а мне теперь от этого деда, по которому прикреплена, да? Так долго искала человека, чтобы у меня шел стаж. Ну, я рассказывала. Который получает теперь 1200, это я за ним ухаживала. И мне идут эти баллы туда-сюда. Придется от него, короче, уходить. Потому что здесь, ну, не по трудовой книжке, а по договору идут отчисления в пенсионный фонд и все такое, девочки. Идет стаж. Серьезная организация. Вот. Вот так. Ну, вы знаете, говорит, что нужно ходить каждый день. Я говорю, конечно, я пташка очень ранняя. Я говорю, я встаю в 4 часа. Я буду ходить каждый день. Я говорю, главное, мне предоставьте лопату, метелку, перчатки, швабру. Хорошую и качественную. Инвентарь, говорит, должен у меня быть хороший и качественный. Он сидит и улыбается. Я говорю, да, это немаловажный вопрос. Он говорит, хорошо, мы, говорит, вам все предоставим. У нас, говорит, все есть. И я говорю, ну в чем проблема тогда? Вы мне предоставите хороший инвентарь, а я вам предоставлю хорошие свои, ну, свою работу качественную. Уборку территории. Я говорю, человек качественный. Я умею разговаривать. Он говорит, я, говорит, готова, говорит, хоть и вас завтра взять. Я говорю, нет, завтра я не готова. Потому что он меня хотел поставить на другой дом. Сейчас свободно, который. А с того дома, куда я собираюсь, там женщина уходит работать до 31 числа. А я выхожу на работу с 1-го. Я говорю, я готова с 1-го, говорю, выходить в тот дом, вот в который в тот дом. Он так смотрит. А сколько, говорит, вы будете у нас работать? Я говорю, как это сколько? Как я, говорю, могу вам обещать, сколько я буду работать? Откуда я знаю? Я, говорит, например, вот на своем месте, как готов всю жизнь работать. Я говорю, да это вы, у вас работа же не такая тяжелая. А я говорю, может быть, я загнусь не сегодня, не завтра, говорю. Сейчас-то, говорю, у меня ничего не болит. А это же тоже зависит от состояния здоровья. А раз я заболела, я говорю, и что, я же не могу ползком идти, говорю, убираться. Он говорит, ну правильно, говорит, вы рассуждаете.
Я говорю, сколько хватит сил? Сколько моего здоровья хватит, столько я буду работать, говорю. Вот. Ну все, завтра на собрание. Я иду, девочки, на собрание. Все дела. Мне покажут мою территорию, мой инвентарь. Я хотела 31-го поехать домой. Но накрыть стол туда-сюда не получится, потому что 1-го мне, девочки, с утра на работу. Вот так. Теперь я человек работящий. Получила я результаты анализа мамы. Ну, что я могу сказать? Анализ завышенный 1,90 или 9 лет. Но это еще низкий показатель по сравнению с моим. У меня, я говорила, уже 5,3, более 6,12, у меня 1,90. Только начинается эта бактерия. Правильно я сказала, что вот я прочитала, да, и сейчас с девушкой тоже как бы это проконсультировалась. То, что нужно сначала, прежде чем назначать ей самовольно лечение, нужно узнать, в каком состоянии ее желудок. Если атрофированный этот гастрит, то нельзя, конечно, ей пить антибиотики. И поэтому мы, прежде чем назначать, ну, лечиться, мама у меня сейчас приедет. Сейчас я сегодня найду, где можно пройти платно ФГДС. Обязательно проверим желудок. И сейчас я в среду собираюсь поехать в Марпасад с мамой, чтобы пройти с результатами ФГДС, пройти врача. Понимаете, да? Чтобы врач уже отталкивался. Висмуду назначат, если что-то плохо с желудком, висмуду назначат на 28 дней. Там еще что-то, может, какой-то препарат. Вот как-то так. Но я еще успокоилась, что у нее, слава богу, хоть это. Ну, этот, как его, бактерия не такая сильно развитая, как у нас. У Коли очень завышена. И у меня. У нас светит солнце. Приехала я не туда. Поехала я не по тому маршруту. Теперь нужно опять пройтись пешком, наверное, где-то с километра до дома. Тогда иду купить творог, сметанки и этот творожный сыр. Шкарлинский маркет зайду. Вот иду и думаю, да сколько же мне надо мало для счастья. Честно, я себя чувствую счастливым человеком. А мое маленькое счастье заключается в том, что самое главное, узнала как бы не в запущенной форме об этой бактерии, да? Сейчас только осталось обследовать еще сына. Вот, обязательно надо его заставить кровь из носу. Вот. Узнала как бы, да? Знаю теперь про эту бактерию. Ладно, слава богу, что показания у мамы низкие, не такие высокие, как у нас. Обследуем ей желудок. Как она не хотела делать ФГДС, ей придется сделать ФГДС. Хоть как, крути не крути. Я ей о бактерии все сказала. Она говорит, я, говорит, слушала по телевизору Малышев. Она, да, так же, говорит, говорит. Она теперь боится эту бактерию. Вот, я счастливая, да. Я счастливая. То, что это мама обследует желудок, потому что она прям руками и ногами отмахивалась, не пойду и все. И как бы, конечно же, счастливая я в том плане, что я нашла ту работу, которую искала. Потому что я сделаю с утра дела все, а у меня целый день свободный. Что хочу, то и делаю. Куда хочу, туда пойду, куда хочу, туда поеду. Какими делами захочу заняться, теми буду заниматься. Я очень довольна, очень. Вот так. А у вас, пишите в комментариях, а вам бы что хотелось для вашего счастья?
У меня, слава богу, все нормально. Слава богу, дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Мне больше ничего не надо, честно скажу. И на душе приятно. И все зашибись. Как вы думаете, права я или нет? А у нас солнышко. Посмотрите, какое красивое солнышко. А уж когда солнышко светит, я вообще счастливее. Счастливее. Предъявите этот QR-код. Пустят или нет, не знаю. Ладно, всем хорошего дня, отличного настроения. Спасибо, что вы меня послушали, выслушали. Всем пока.